Друзья, всем привет! Снова с вами я, Алена. Если вы на моем канале впервые, то обязательно поставьте большой-большой плюс, такой жирнючий плюс. И давайте знакомиться. Я клинический психолог, блогер. Мои ценности на канале – это психологическое и физиологическое здоровье. Это я хочу транслировать и вам для того, чтобы вы могли максимально комплексно обладать своим телом и своей психикой. Сегодня в нашей теме такой неприятный вирус. Это вирус герпеса, Эпштейн-Барр. Бывает вирус герпеса первого, второго типа, там неважно какого. Мы будем говорить сегодня как симптом, симптома комплекса. Я буду давать вам некие важные моменты, которые вы должны знать. Бывает этот вирус действительно опасен для жизни и вызывает мононуклеоз. Бывает он просто касается вас и живет у вас, и там приходит, уходит, и вы как-то ваш организм умный, самый умный, талантливый организм сам с этим справляется. Другой момент, когда вы хронически находитесь в этом состоянии, что же может быть причинами, теми причинами, с которыми ко мне обычно приходят женщины, девушки, там мужчины, неважно, когда они долго уже там чем-то лечатся, ну, ничего не помогает. Причина, вот пика, почему может начаться эта история с тобой, это стресс, стрессанул, где-то переохладился, стрессанул, добавил это все каким-то еще энергетическим напитком, и организм схлопнулся. Да, действительно, есть диета, которая объясняет попадание в твой организм продуктов, которые кормят данный вирус, но это не всегда про правду, про тебя настоящего. Иногда это про то, что все равно твоя система не воспринимает. Очень большая связь иммунной системы и различных вирусов. У кого крепкая иммунная система? Кто стабильно занимается своим здоровьем, стабильно не выходя никуда, постоянно там какие-то небольшие физические нагрузки, который постоянно там пьет воду, общается. И самое главное, что этот человек идет к миру с открытым вот таким вот состоянием. У этого человека будет все проходить быстрее. Далее, кто более уязвим? Тот, кто в запущенном состоянии психологическом, находится в какой-то депрессивной фазе, и его очень быстро, к нему очень быстро по энергии притягиваются вот эти какие-то антитела, назовем их, да, для организма. И происходит постоянная вот такая динамика. И эту динамику нужно также контролировать. Как ее контролировать? Контролировать ее можно несколькими способами. Первый способ – это очистить свое мышление. Второй способ – это постоянно принимать витамины, ну, прям комплекс для себя. Третье – это жить с открытой душой. Четвертое – это научиться справляться при помощи релаксации, медитации с тем состоянием физическим, которое у вас есть, это также, друзья, помогает, я вам вот точно-точно говорю. Научиться давать себе тайм-менеджмент и отдых, это базовая вещь, если ваша система устала, вы, ну, вас, вот хоть трактор вам надо вести, она сказала «отдыхай», и если вам нужно отдыхать, вы должны взять паузу и отдохнуть, дабы не допустить истощения. Истощение очень сильно влияет на вашу систему и не дает возможности ей отдыхать, перезапускаться и включает такие последние раздающие сигналы о жизни. Поэтому, друзья, что мы с вами суммируем? Вирусы Эпштейн-Барр, герпес живут в нас постоянно. У тех, кто вот проверялся и знает об этом, да? У кого-то это приходящая история. Как с ней работать при помощи нутрицептиков? Вы можете там к нутрициологу, но не точечно, не в момент, а прям работать глобально. Если история, связанная с хроническим стрессом, также сильно влияет. Друзья, стресс ваш агрессор, он не дает вам вообще нормально жить. Где вы получаете его, разбирайтесь. В своей еде, в своем доме, в своем общении, в своем окружении, в своей работе. Далее, про Эпштейн-Барр. Как можно быстрее себя, про герпес, спасти? Во-первых, это сделать некий комплекс для себя, витамин,
там, лизин, вы можете прочитать, да, которые борются активно с этой штукой. И второй момент – обнаружить в себе пространство, в котором не живут ни вирусы, ни грибы, ни бактерии. Они вот утилизируются, потому что ваша энергия настолько свободна, она циркулирует очень хорошо, вы гармонично проходите свой путь в жизни, и вокруг вас просто Вселенная дает вам возможности постоянно-постоянно это все мимо стороной. Буквально вот там на день, на 3 секунды там приболели, что-то сделали,